Владимир Кличко опроверг появившийся на прошлой неделе слух о своем возможном возвращении в ринг и поединке против британца Дилана Уайта. Эту информацию распространил журналист Sport Illustrated Крис Мэннинг в своем твиттере. Владимир Кличко заявил в Sport Illustrated, что слухи о его возвращении в ринг этой весной для боя против Дилана Уайта – ложь. В текстовом сообщении Кличко назвал болтовню «фейк ньюс». Геннадий Головкин все еще остается свободным агентом. Об этом заявил промоутер Том Лефлер. Когда Геннадий примет решение, то он сделает официальное объявление. Лучше всего дождаться официального объявления. Сейчас Головкин самый востребованный свободный агент. На какую бы платформу он ни ушел, он принесет огромную ценность. А редактор спортивного сайта TalkSport.com Майкл Бенсон объяснил, почему разговоры о подписании Геннадием Головкиным контракта со стриминговым сервисом DAZN имеют под собой твердую почву. Ходит много разговоров о том, что Головкин готов подписать контракт с DAZN. Лично я думаю, что это был бы умным шагом от Тома Лефлера и его команды. В конце своей карьеры и с большинством его лучших конкурентов на этой платформе он получит самое выгодное предложение. После закрытия HBO многие интересные боксеры ушли на DAZN, в числе них и Канело, а мексиканец – это главная цель Головкина. В этом году Василий Ломаченко может встретиться с мексиканским чемпионом мира, а именно победителем намеченного реванша Мигель Берчельт Франциско Варгас. Реванш Берчельта и Варгаса запланирован на 23 марта в Инглвуде, Калифорния. Их первый бой состоялся 2 года назад. Победу одержал Берчельт. Мигель Берчельт проявил интерес к бою с Василием Ломаченко. Так что, думаю, победитель их боя с Варгасом сможет выйти на украинца в конце 2019 года. Майки Гарсия, которому 16 марта предстоит сразиться с Эрлом Спенсом, готов драться с легендой бокса Мэнни Пакьяо, если бой со Спенсом закончится благополучно. «Я знаю, что Пакьяо тоже хочет заполучить самый большой бой из возможных. Мой бой со Спенсом – это огромный бой. Конечно, Мэнни заинтересован. Я уверен, что он хотел бы встретиться с нами. Очевидно, он ищет большой вызов. Мэнни все еще конкурентоспособен. Несмотря на его возраст, он все еще чемпион мира и по-прежнему хочет биться с лучшими. Думаю, что мой бой с Пакьяо был бы огромным. Мне нравится, я всегда говорил, что буду драться с ним. С нетерпением жду этого». Журналист западного портала BoxingNews24.com Шон Джонс поделился мыслями о вероятном поединке мексиканца Сауля Канело Альвареса с американцем Джермалом Чарло. Канело, скорее всего, не будет драться с Джермалом Чарло ни в мае, ни в сентябре. Чарло большой и он сильно бьет. Этого достаточно для того, чтобы попасть в игнор-лист Golden Boy до тех пор, пока Канело сомневается. Если WBC примет решение назначить Канело защиту против Чарло, который является обязательным претендентом, они могут рассчитывать на то, что Альварес оставит их титул, так же, как он сделал в 2016-м, когда они постановили ему защиту против Геннадия Головкина. Два экс-чемпиона в полусреднем весе Кэл Брук и Джефф Хорн могут встретиться в очном бою. Промоутер австралийца Дин Лонерган сделал предложение команде Кэла. Хорн готов отправиться в Великобританию. Для Джеффа это был бы большой шанс. Мы уже отправили письмо с предложением Эдди Хирну. Они могли бы собрать один из британских стадионов. Брук не смог уложить Майкла Зирафу. Уверен, что Джефф расправился бы с ним куда более уверенно. А на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей бокса и ММА. Всем удачного дня и увидимся в следующих выпусках.